хотел снять видео, но мне было лень к нему готовиться, поэтому сегодня у нас очередной ленивый обзор. И по традиции мы продолжаем распаковывать... Спасибо за окно машины Вибикала. Мы по традиции продолжаем распаковывать базовых Monster High G3, и сегодня это у нас Laguna Blue. Да. Blue, которая стала розовой. Вот. У меня, к сожалению, нету базовой G1, но я принесла других девочек G1 из других коллекций, короче, сравним. Но перед началом ролика, конечно же, хочу сказать огромное спасибо бустерам, которые меня поддерживают. На экране будут ваши ники, спасибо вам за вашу поддержку. И я продолжаю розыгрыш новых кукол на своем бусте, так что если хотите поучаствовать, то подписывайтесь. Итак, по коробке ничего особенного. Прозрачный блистер, в правом углу имя куколки Laguna Blue, также ее арт и сзади Клодин и Фрэнки. С левой стороны имя ее питомца Нептуна и стрелочка, указывающая на него. Сзади у нас арт в полный рост Лагуны. Кстати, я очень рада, что презентовали новые арты базовых кукол. Они намного удачнее вышли, чем вот эти. Эти слышу какие-то детские. И что меня удивило, то что тут нарисована ее рыбка, и она как будто бы левитирует в воздухе. Не знала, что у меня такая способность есть. Вот, и сзади, как обычно, сидят остальные девочки. Мне осталось еще распаковать Клодин и Клео. Также тут есть небольшая ее анкетка. Тип монстра Splash Testing Sea Monster. Короче, подводный монстр. Must have Shell Phone и Kelp Crisp. Какая-то вкусняшка Kelp Crisp. Да, и вот то, что у нее идет тут в комплекте, это называется Kelp Crisp. Так, питомец Нептуна. А, ну все, и дальше переводы на других языках, то же самое. Кстати, на арте совсем другая обувь, какие-то непонятные босоножки. На деле у нее намного круче обувь, мне нравится. Не понимаю, почему настолько сильно отличаются арты. Да, и кофта вообще другая, здесь у нее просто толстовка на кукле, сетчатые рукава. Вообще все другое, и шорты другие, тут какие-то они с сеткой. Здесь у нас нету никакой сетки. Короче, абсолютно не совпадение, как будто не готовы были к выпуску коробки. И, короче, тяп-ляп как-то сделали. Ну да ладно, простим им это. Тем более сейчас анонсировали новых базовых монстров. Клодин и Дракулауру, они прям очень классные. Надеюсь, что и остальных персонажей тоже перевыпустят. Они такие более взрослые, что ли, кажутся. Итак, давайте я уже начну распаковку. Очень легко раскрывается коробка, она прям это радует. Вот так вот лагуночка выглядит на заднике. Так, главное не задеть вот эти вот ее окрашенные ноги, потому что я знаю, что они очень хорошо и легко облезают. Именно вот эта вот краска розовая. Смотрите, как я ее достала. Ненавижу, когда они крепят голову на 300 держателей. Вот я ей сейчас отрезала тут клок волос, когда открепляла ее. Также достану все аксессуары сразу. Все, задник пустой. Так, первое впечатление. Не могу понять. Она какая-то очень легкая. Остальные такие же легкие были. В принципе, да. Волосы мне не нравятся, как они выглядят из коробки. Надо ее расчесать. Так, по-моему, я зря сделала, что я ее расчесала. Она такая, знаете, лохматая стала, пушистая. Пипец, волос вывалилось. Точно буду мыть. Кстати, многие жалуются на качество волос этих девчоночек. Меня, в принципе, устраивают их волосы. Вот я Фрэнки из Дракулауры их помыла, прошлась кипятком, и они прям хорошие стали. Очень приятные, я вам покажу тоже их. Короче, вот, я расчесала, ужас, короче, ужасный. Мне не очень нравится, как сборит кофта вот здесь вот. Ой, смотрите, капюшон заправлен в эту подсумку. У всех так?
ужасно. Кстати, огромный капюшон, и его можно реально одеть на голову Лагуне. Вот такая вот Алёнушка получилась. Сзади есть дырка для ее волос. Классно, что они это продумали. Короче, сейчас не могу понять, нравится мне или нет. Ой, еще вижу вот тут вот косяк на ноге, блин, ужасно. Тут, видите, уже стирается краска. Я хочу помыть ей волосы, потому что я видела ее с распущенными волосами, так и намного красивее. А вот эта прическа мне совершенно не нравится, такой высокий хвост. Вот эти вот идиотские прядки у лица убранные, совершенно мне не нравятся. Короче, надо срочно ее мыть. Цвет непонятный, какая-то вареная рыба. Ну ладно, привыкну. Так, давайте быстренько пройдемся по кукле. Такой мини-обзор. На голове вот такая вот резинка, похожая на черную икру. Волосы нескольких цветов. Основная часть желтый. Кстати, такой желтый, знаете, противный. И красивые цвета бирюзовый, фиолетовый. Вот. Они такие пастельные уже, очень приятные. Мне бы хотелось, чтобы большая масса была все-таки, возможно, какого-то такого голубого цвета, а не противного желтого. На лбу вот эти вот точки непонятные, не знаю, стирать их или оставить. Блин, соседи опять перекатывают шары для боулинга, надеюсь, вам не слышно это. В ушке вот такие вот сережки, одна со скелетиком рыбки, а другая просто зеленый шарик. Очень красивые ушки, а-ля такие жабры. Макияж красивый, мне нравятся бирюзовые бровки, и в них прорисованы волоски. Выглядит очень натуральненько. У нее есть голубые веснушки, красивые глазки. Мне кажется, попалась ровненькая куколка. Безумно красивый цвет на губках такой розово-коралловый. Глаза карие с зелеными бликами. Макияж не особо активный, просто черные стрелки. Есть в уголках немножко голубого цвета. Мне нравится деталь в виде подводки на нижнем веке. Это серебряные тени. Очень красиво бликует на свету. На шее есть украшение в виде чокера из ракушек. Дальше вот такая вот толстовочка с сетчатыми рукавами. На груди рисунок со скелетом морского конька. Не очень этично со стороны Лагуны, мне кажется. И также нарисованы пузырики. Есть пустые, есть закрашенные. На поясе сумка с нарисованными клычками злой рыбки. И у сумки ремень с рельефом чешуи. И причем с другой стороны ремешок как будто бы уже кто-то откусил. Как я сказала, есть капюшончик. Вот такой вот он огромный, голубого цвета, тоже с рисунком чешуи. И с другой ткани как будто бы пришиты дополнительные плавнички. И здесь идет ткань точно-точно такая же, как на ее шортиках. Рисунок мне напоминает чем-то тай-дай. Шортики похожи больше на велосипедки. По краям есть оборочка, тоже похожая чем-то на плавнички. Оборочка однотонного бирюзового цвета. Кстати, сзади ткань не окрашена. Также хочу обратить внимание, то, что бедра они сразу из розового пластика, а уже нижняя часть ног, она идет такая вот прозрачная, голубая, и сверху окрашена в розовый цвет под тон бедер. И вот здесь у многих проблема возникает, то, что вот эта вот краска очень легко стирается, как-то откалывается даже бывает. Вот, например, у меня сразу из коробки вот здесь вот видите брак. То есть краска тоже как-то откололась, непонятно. Очень круто, что в этом поколении у Лагуны сделали несъемные плавнички, то есть они не потеряются. На вторичке у Лагуны G1 часто не бывает этих плавничков, и все их ищут усердно. Но здесь же и кроется минус, то что никакие обтягивающие брючки ей не одеть. И на ножках у Лагуны вот такие вот крутые, что это, сандали на платформе. Платформа как будто бы такая многослойная. Есть очень крутые детали в виде плавничков сбоку, которые вот так вот выглядывают, круто выглядят. Я заметила брак. Видите, здесь полностью слово «монстр» прокрашено. А на втором ботинке у меня только вторая часть слова окрашена. Я думаю, что это все-таки брак у меня. Ну ладно, ничего страшного, я даже в коробке этого не заметила. Спереди на ботиночках есть ракушка. Сзади выглядит вот так. Есть большой разрез для снятия. И давайте посмотрим на ее ножки без обуви.
Короче, ножки выглядят вот так. Они не совсем полупрозрачные. Мне раньше казалось, что это что-то по типу спектры, но спектры прям прозрачные. Конечности здесь, они такие мутноватые. И, например, я вот так провожу свои пальцы сзади, их видно только на свет. То есть на камере вот особо они даже и не прозрачные, а просто как будто бы голубые. У нее же есть вторая одежда, это купальник. Кстати, очень странно. У других девочек это какая-то верхняя одежда, куртки, накидки. Здесь это купальник. Не особо мне нравится эта идея, но я думаю, что для детей, для игры, чтобы купаться с этой лагуной, как они любят. Давайте я ее переодену, как раз посмотрим на ее тело. Кстати, из первого аутфита мне, наверное, меньше всего нравится ее вот эта вот кофта. Какая-то она слишком объемная. Кстати, смотрите, какие длиннющие шорты. Прям с очень высокой талией. На ручках тоже есть плавнички, но они уже, к сожалению, не окрашены. Они просто идут единой деталью с предплечьем. Короче, вот такое тело. И оно получается среднее. То есть Фрэнки у нас высокая. Вот. Лаура низенькая. А Лагуна, ну, средняя, она худая и невысокая. У Клео вроде бы низ потолще идет. Кто еще остался? А, Клодин тоже высокая. Так что Лагуна такая, знаете, средняя серединка. Так, и купальник. Блин, тут завязан такой красивый бантик. Мне прям больно его развязывать. Так красиво не получится завязать. Ой, купальник максимально простой, максимально детский, с вот этими вот рюшками. И вот так получилось. Мне вообще не нравится. Особенно вот эта вот часть такая длинная, нижняя. Я, конечно, понимаю, что сейчас модно вот так вот трусы натягивать, чтобы ноги казались длиннее, но мне не нравится эта мода. Короче, для меня абсолютно бесполезный купальник будет лежать в коробке. Сзади выглядит вот так вот. Снимем этот ужас. Сейчас я верну ей ее обычную одежду. Вот, про что я говорю, мне абсолютно не нравится, как сборит вот эта вот толстовка сверху. Как бы я ни пыталась ее опустить, она все равно поднимается наверх, и у нее вот такие вот огромные плечи, как будто бы и нету шеи. Не. Короче, шили абсолютно не по фигуре. Верну ожерелье, но, кстати, ожерелье с очень большим разрезом, его очень легко потерять. Сумка, кстати, из очень-очень мягкой резины, прям гнется во все стороны. И внутри она абсолютно пустая, для меня это прям неожиданно и печально. Выглядит слишком дешево. Так, и давайте рассмотрим ее аксессуар. Первое, это вот такой вот рюкзак в виде огромной ракушки с розовыми подтеками. Он, или нет? Нет, он не открывается, только вот так вот сверху можно посмотреть на него. Сзади голубенькие лямочки, есть такая вот держалка, или чтобы его можно было повесить. Одеть его на Лагуну можно. Вот так вот это будет смотреться. Но вот эти рюкзаки мне абсолютно не нравятся, у меня кукла стоит без них на полочке. Так, есть очочки из полупрозрачного голубого пластика. Вот такая у них интересная дужка. Тоже с рельефами чешуи и вот такими, как будто бы, не знаю, больше похоже на волны. И вот так это смотрится на Лагуне. Мне не очень нравится. Самые удачные очки были у Дракулауры. Пока что. Форма, мне кажется, Лагуне не подходит. Какие-то они слишком, не знаю, слишком обычные. Вот, ничего интересного у них нету. Что у нас еще есть? Бутылочка для воды. Интересно, она открывается или нет. О, да, она открывается, обалдеть. Очень приятные текстуры бутылочка с такими пупырышками. И крышечка в виде хвостика рыбки. В ручку кукле можно дать, наверное, только если просунуть палец в крышку. Вот так вот. То есть никакого держателя на бутылке не предусмотрено, только вот так. Пакетик с каким-то напитком, что тут у нас... А, это, наверное, для ее питомца еда, потому что там вот нарисована рыбка, и рыбки, как будто бы печенье, знаете, рыбки бывают, крекеры. Тут уже есть держатель для пальчика куколки, и как-то вот так это смотрится в руке у Лагуны.
Также пачка вкусняшки Kelp Chips. Это такая пластиковая штука, вообще не проминается. Здесь напечатанные рисунки, сзади как будто бы описание. Тоже Лагуна не может ее никак держать. Ну ладно. Так, и телефон Shellfone. Напечатанные иконки. Сзади ракушка, имитация камеры. И тут есть уже держатель для пальчика. Вот так Лагуна держит телефон. Неплохо. И последний — это ее питомец Нептуна. Полностью розовая, старый питомец. Был более забавный. У меня он, кстати, есть, сейчас вам покажу. Вот, у нее полупрозрачный плавничок, полупрозрачный хвост. Напечатаны глазки. Вообще такая миленькая-миленькая рыбка получилась. И очень классно Лагунке она ложится в ручку, вот так вот под мышку. И у меня есть первый питомец из коллекции 13 желаний от Лагуны. Он выглядел вот так вот. То есть он был в сумочке, как будто бы в аквариуме прозрачной. Чем он отличается от базового, не уверен. Наверное, может быть, цвет другой. И сам питомец вот такой вот фиолетовый, маленький. И это как будто бы такая злая пиранья. У него даже, видите, клычки есть. И новый питомец такой прям ми-ми-ми. Прям можно розовыми сополями облиться. Какой милый новый питомец. Но мне старый нравится больше. Такой он прям монструозный. И сравним новую Лагуну с G1. Вот у меня есть... Что это за серия? Короче, не помню, какая серия. Нормальная Лагуна Блю голубого цвета. Такая вот дистрофичка худенькая. И также у меня есть Лагуна вот из коллекции 13 желаний. Она более ярко-голубая, потому что она типа речная рыба. Кстати, видите, у нее плавники на ручках, хоть это тоже литая деталь, но они все-таки отличаются по цвету, что мне нравится намного больше. И вот проблема того, что у меня бэушная Лагуна, у меня нет плавников, и остались просто такие дырки. Так что здесь у новой Лагуны мне больше нравится то, что они литые. Так, и получается, это моя уже третья раскрытая G3. Потихоньку продвигаемся дальше. Я им наконец-то помыла волосы. Вот такие они гладкие, шикарные. Очень приятные. Я их поливала кипятком, чтобы они стали более прямыми. И вот они просто суперские, рассыпчатые. Надеюсь, с Лагуной у меня также получится их привести в порядок. Потому что то, что есть сейчас, это просто кошмар. Просто какая-то мочалка. Короче, вот такой вот обзор, первое впечатление получился. Мне, в принципе, нравится. Мне нравится цветовая гамма. Вот все вместе это смотрится для меня красиво. Осталось привести волосы в порядок, и прям будет, мне кажется, соска нереалка, потому что личико красивое, мне нравится. Насчет точек на лбу еще буду думать, может быть, в будущем все-таки решусь стереть. Или не трогать и оставить так, короче, не знаю. У кого из вас есть новая Лагуна G3, пишите, как вам, нравится она вам или нет, или все-таки вы приверженцы голубой Лагуны Блю. И вообще пишите в комментариях что угодно, мне будет интересно почитать. На этом давайте с вами будем прощаться. Надеюсь, вам это видео понравилось. Спасибо вам большое за внимание и всем пока!